Добрый вечер. Я сегодня представляю программу 9 класса, одногодичную программу «Биология и химия». В академической гимназии СПбГУ давно существует химико-биологическое направление. Первый химбиокласс был еще в 60-е годы открыт. И очень долгое время, больше 40 лет, это были классические химико-биологические классы, которые приняты были вообще во всей стране. Да? То есть это был химико-биологический профиль, и там учились и будущие химики, и будущие биологи, и обучались они с 9 по 11 класс. Но современная практика обучения и в области биологии, и в области химии показала, что эти специальности, конечно, требуют очень разных подходов. Огромный избыток представлений о биоразнообразии, лабораторных и полевых практик, навыков, которые нужны биологам, могут быть избыточны для химиков, при том, что современная химическая наука уже от школьника 10-11 класса требует весьма обширных знаний и практических навыков в разных областях химии. И на то, и на другое никакого учебного времени не хватает. Ну и подходы, и специальности, и содержание образования значительно различаются. Поэтому теперь в ОГЭ осуществляется отдельный набор в профильный химический и в профильный биологический класс. Вот с 12 года мы выпускаем отдельно биологические и химические классы, 10 и 11. Вообще профилизация официально у нас возможна только в 10-11 классе. На уровне 8-9 класса возможно углубленное изучение предметов, но профилизация обучения по закону об образовании, по всем ВГОСам не является возможной. А ребята, которые интересуются химией и биологией, зачастую начинают увлекаться этими науками гораздо раньше и нуждаются в системном профильном образовании. Если там в 5-6 классе какой-нибудь юный натуралист еще вполне полностью удовлетворен кружками, какими-то дополнительными занятиями, то к 9 классу уже возникает потребность в системном, именно образовании, не дополнительном, а основном. Соответственно, такие дети испытывают потребность углубленно изучать эти предметы, причем углубленно изучать в компании единомышленников, потому что в обычной школе зачастую такой ребенок, ну так скажем, очень любим учителем, но не очень поддержан одноклассниками, а работа в команде всегда поддерживает и помогает развиваться гораздо быстрее и с большим удовольствием. Соответственно, спрос, грубо говоря, возникает в более раннем возрасте, чем 10-11 класс. И как раз, чтобы удовлетворить этот спрос и решить еще несколько задач, в 2013 году мы открыли 9-й естественно-научный. Это единственная одногодичная программа в академической гимназии. У нас есть еще две двухгодичные программы, 8-й и 9-й класс. Конвергенция наукоемкие технологии и математика. Восьмиклассников мы на химико-биологический профиль не набираем, а их мы набираем на одногодичную программу, и в принципе ее хватает для решения тех задач, которые, основных, которые мы перед собой ставим. Что это за задачи? Ну, во-первых, дать возможность заинтересованным ребятам начать углубленно изучать дисциплины естественно-научного цикла еще в 9 классе до 10, где они смогут поступить на конкретный профиль. Во-вторых, как раз для того, чтобы поступать на конкретный профиль, а и в нашей школе, и в ряде других школ страны, на такие профили очень высокий конкурс, очень большая конкуренция, и при этом, честно, не все абитуриенты всегда отдают себе отчет, куда именно они собираются попасть, выдерживая такой огромный конкурс. Поэтому мы считаем чрезвычайно важным дать таким детям, собирающимся поступать в 10 класс, дополнительную информацию и дополнительный опыт для выбора дальнейшего профиля обучения. Это позволяет нам хотя бы части наших абитуриентов в 10 хим и в 10 био предоставить дополнительное понимание заранее, куда они, собственно, собираются, куда они мечтают попасть, действительно ли это то, что окажется им интересным. Часть абитуриентов 10 классов все равно, конечно, приходит со стороны, и это большая часть. Но, тем не менее, некоторые ребята, по крайней мере,
учащиеся в 9 классе, уже понимают гораздо лучше и зачастую, кстати, могут передумать, и это неплохо, а скорее хорошо, когда человек понимает действительно, каков его выбор осознанный и какая мотивация им движет. Ну и кроме всего прочего, в зависимости от года набора, 9-й, естественно, научный позволял нам подготовиться либо к вступительным испытаниям в 10 класс, поскольку на протяжении многих лет наши выпускники поступали в 10 классы на общих основаниях. Но их предварительная подготовка в 9 классе позволяла им поступать в высшей степени успешно. В этом году и в прошлом году, и в позапрошлом году Санкт-Петербургский государственный университет предоставлял льготы для выпускников наших 9 классов по профилям обучения. То есть, если выпускник 9-го, естественно, научного хотел поступить на биологию или химию, в случае, если он показал блестящие результаты в 9-м, он поступал без вступительных испытаний. В этом году в правилах приема та же самая схема. Но при поступлении, например, в другие профильные 10-е классы, в других учебных заведениях, в других городах страны, все равно необходимо проходить вступительные испытания, и обучение в 9-м Е, по большому счету, делает наших ребят конкурентоспособными во всей нашей стране и способными поступать в соответствующие профильные классы. Причем не только химические и биологические, но и довольно успешно они поступают в географические, а иногда и в математические. В том числе это связано как раз с тем, каково содержание обучения в 9-м классе. Учебный план 9-го Е довольно плотный, и я всегда сразу предупреждаю потенциальных абитуриентов, если вдруг они как-то спрашивают или связываются с нами, что нужно быть готовым к довольно большим нагрузкам. Не все дети в 9-м классе адаптированы к такой глубокой сознательной работе, но многие справляются очень успешно, достаточно многие дети уже в таком возрасте вполне зрелые учащиеся академических программ. Из чего состоит учебный план? Помимо основных традиционных предметов в традиционном объеме для всей страны, требуемым по ВГОС, у нас имеется, естественно, углубленное изучение предметов естественно-научного цикла. Это химия, 5 часов в неделю, из них 3 часа то, что называется сеточные уроки, то есть обыкновенный урок химии, стоящий в расписании в утренние часы. К сожалению, по схеме федерального финансирования в 9 классе большее число уроков химии, даже при углубленном изучении, поставить в основную сетку нельзя. Таким образом, еще 2 часа добираются в виде спецкурса, который обычно ставится последними уроками, там, 7-8, или даже там смещается на вечерние часы. При этом, опять же, нужно понимать, что для качественного образования нам нужно 5 часов химии для достижения того углубленного уровня, который в 9-м Е подразумевается. Соответственно, спецкурс, который формально является частью дополнительного образования, так называемой внеурочной деятельности, и его нужно выбирать добровольно, написав заявление от родителей. При этом для успешного освоения программы он является, по сути, обязательным. То есть все учащиеся 9-го, естественно, научного класса выбирают, пишут заявление, что им нужен еще и спецкурс, и, соответственно, получают свои 5 часов химии в виде обычных уроков, в виде решения олимпиадных задач, практических занятий и прочих подобных вещей. Биология – та же самая картина. 5 часов, 3 часа в рамках обычных уроков и 2-часовой спецкурс, который обычно всегда проходит по вторникам, и это немаловажная деталь для многих учащихся, которые планируют свою внеурочную деятельность, да, девятиклассники умудряются, отважные люди, не только учиться по такой плотной программе, но и посещать какие-то кружки и центры. И, как правило, спецкурс 9-го Е многие годы, с самого 13-го года, проходит по вторникам. Кроме того, имеется еще факультатив для желающих, и вот на факультатив уже ходит не весь класс, а те ребята, интересующиеся биологией, которые участвуют в крупных олимпиадах, в региональном, заключительном этапе, в рейтинговых олимпиадах, или просто
интересуются проблемами современной биологии углубленно, не только в качестве практических занятий, но и просто в качестве углубления в какие-то конкретные темы, спецсеминары, обсуждения. На спецкурсе на биологии, грубо говоря, мы проводим практические занятия, которые каждый раз поддерживают ту тему теоретически, которую мы прошли в 3 основных часа. Поэтому спецкурс является неотъемлемым дополнением основной сетки, но при этом он не является обыкновенными уроками. Это, как правило, практические занятия, и называется этот спецкурс, собственно, практикум по биологии. Кроме химии и биологии, что естественно, у ребят 3 часа физики в неделю и 3 часа географии в неделю. И всегда традиционно некоторые выпускники 9-го естественно-научного, пообщавшись с преподавателями географии, пообщавшись со старшеклассниками, поступают в 10-й географический класс. И льготы они в него тоже в этом году имеют. То есть выпускники нашей программы без вступительных испытаний могут пройти в случае успешного освоения этой программы в 10-й химический, 10-й биологический и 10-й географический. Таковы правила приема в этом году. Надо сказать, что, честно сказать, что и кураторы программы биология, и кураторы программы химия не очень рады однозначным льготам типа без вступительных испытаний. Например, в этом году, это важная информация, поэтому я сейчас делюсь ею с аудиторией, будет таковая имеется. В этом году, поскольку нету ОГЭ по выбору, то есть выпускники 9 класса не сдают ОГЭ по дисциплинам, кроме русского и математики, им будут устраивать по профильным предметам некий экзамен, и его результаты тоже будут влиять на поступление. При этом надо отдавать себе отчет, что ребята, которые поступят в 9 Е в следующем году, будут поступать в 10 классы по новым правилам приема 22 года. Заранее точно неизвестно, какие детальные льготы будут предоставлены в 22 году. Это, конечно, будет зависеть от очень многих вещей. Ну, грубо говоря, от образовательной конъюнктуры в стране, городе, в том числе отчасти и от эпидемической ситуации, от того, как много иногородние дети охотно будут к нам ехать и поступать. Поэтому я должна сразу предупредить родителей и абитуриентов, что то, что в этом году наши выпускники поступят без вступительных испытаний в 10-й хим, 10-й био, 10-й географический, не является 100% гарантией, что правила приема в 22-м году будут устроены точно так же. Да? Но по опыту могу вам сказать, что бояться в этом месте не надо. Как правило, качественно освоенная программа 9 класса дает при любых условиях без вступительных испытаний или со вступительными испытаниями успешно поступить в те профильные классы, в которые ребята хотят поступить. Кроме основных очевидных предметов естественно-научного цикла, ведется углубленное изучение математики, но вот в этом году мы не делим класс на группы, как будет в следующем году неизвестно, но сейчас классы не очень большие, но в любом случае у них 4 часа алгебры и 2 часа геометрии. Некоторые годы их разделяли на группы при больших классах для того, чтобы тщательнее работать с каждым учащимся. Сейчас группы не такие уж большие, класс работает целиком, поэтому возможны варианты. В 2020-2021 году пока предполагается общее занятие, если у нас будет 22 человека. Кроме того, поскольку у нас одногодичная программа, а ОГЭ по русскому языку сдают всегда каждый год. Вот сейчас 10 числа все девятиклассники будут проходить собеседование по русскому языку, потом они все будут писать ОГЭ. Русский и математику никто никогда не отменяет ни в условиях коронавируса, ни в каких других, поскольку особое внимание уделяется преподаванию предмета филологического направления, поскольку за один год нужно довести ребят до такого уровня, чтобы они могли получить отличные баллы на государственной итоговой аттестации, что позволило бы им, опять же, быть конкурентоспособными при поступлении в любые 10-е профильные классы. Русский язык 3 часа и литература 3 часа – это вообще нормальное явление для 9 класса. Иностранный язык 4 часа, опять же, за счет сетки и за счет
дополнительного соглашения участника образовательных отношений, но это не спецкурс. В группах, если есть значительные различия по уровню, разного уровня, у нас в основном все группы, конечно, идут изучать английский язык, но возможность продолжить изучить французский и немецкий в гимназии имеется. Каждый год к нам поступают дети, у которых в предыдущей школе основной язык был не английский. И в этом месте мы всегда рекомендуем им до конца 9 класса продолжить изучать язык, который они изучали в предыдущей школе, для того, чтобы в аттестат у них полноценно мог пойти там французский, немецкий. Ну, вот, к сожалению, китайского языка или финского у нас нет, потому что иногда бывает, что приходят дети из китайских, и финских, или каких-нибудь еще школ испанского. А вот в случае французского или немецкого есть возможность предоставить этим ребятам педагога, с которым они будут заниматься тогда же, когда остальные группы будут заниматься английским, чтобы они в аттестате получили оценку об усвоении программы основного общего образования по соответствующему языку. Но с тем же успехом, вне зависимости от того, какой язык они изучали в предыдущей школе, мы им советуем, но они могут все равно выбрать английский язык, если они, их родители, считают это более целесообразным. Да? И, в принципе, иногда даже ребята, которые до этого английский язык знали довольно плохо, он был, например, в школе вторым, за год успевают достичь довольно приличных успехов. Систематически девятиклассники сдают ОГЭ по английскому языку, но вот в прошлом году английский тоже отменили, в этом году тоже его как экзамена по выбору не будет. Но до коронавируса сдавали всегда английский язык тоже очень хорошо. Поэтому в плане иностранного языка, конечно, изучение английского языка или немецкого, французского настолько зависит от объема практики и часов, и от группы, в которой ты работаешь, что мы не можем претендовать на достижение уровня настоящих языковых школ с языковым профилем. Но уровень, конечно, более глубокий, чем в обычных общеобразовательных школах без всякой языковой специализации. То есть если ваш ребенок или если вы, этот ребенок, приходит из языковой школы, значительной потери в языке у него не будет. Если это французский или немецкий язык, то он вообще будет заниматься, скорее всего, индивидуально. А если это английский язык, то вполне есть возможность поддерживать этот английский язык на высоком качественном уровне. Что касается достижений, которые обычно отчасти являются таким элементом привлечения абитуриентов, хотя нужно все-таки отдавать себе отчет, что самое главное, когда ты куда-то поступаешь учиться, это, собственно говоря, содержание образования и то, как ты проведешь, с точки зрения общения, с точки зрения нагрузки, целый год своей жизни. Но в плане достижений, конечно, 9 Е собирает достаточно чудесных и элитарных детей. У нас достаточно большой конкурс и прекрасные абитуриенты, поэтому дети, конечно, подбираются очень сразу уже очень заинтересованные, мотивированные. Поэтому среди наших учащихся всегда есть победители и призеры интеллектуальных соревнований довольно высокого уровня. В некоторые годы бывали и победители-призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, по экологии. Всегда есть призеры, иногда победители регионального этапа Всероссийской олимпиады. И, соответственно, таковые были всегда и по химии, и по биологии, и по географии, и по экологии тоже. Олимпиады школьников СПбГУ по биологии, химии и географии наши учащиеся выигрывали и выигрывают. Ну, кроме того, обычно наши ребята хорошо выступают, например, на городской олимпиаде школьников Санкт-Петербурга, которая уже несколько лет отдельно от регионального этапа ВСИРОСа, разных городских и негородских биологических конкурсов, там биопрактикум, турнир юных биологов, там выступают на конференциях, например, на конференции ученого будущего, ездят на московские олимпиады, покори Воробьевы горы, Ломоносов. В общем-то, основной традиционный список, с которым, собственно, и познакомитесь вы, скорее всего, в 9 классе, потому что восьмиклассники участвуют во всех этих олимпиадах несколько реже, ну, тем более в заключительном этапе его для 8 класса просто нет, но, в общем-то, к нам приходят и ребята, которые поступают уже по льготе, потому что они в 8 классе уже успели продемонстрировать высокие достижения на каких-нибудь олимпиадах. То есть надо себе отдавать отчет,
что да, у нас много ребят, которые успешно выступают на таких интеллектуальных соревнованиях, но в этот единственный год все-таки основное внимание мы уделяем содержанию системного образования. Поэтому вообще установка, естественно, научных классов академической гимназии, биологического и химического, мы не натаскиваем к олимпиадам. Потому что иногда родители или абитуриенты ожидают, что если учащийся уже имеет достижения по биологии или по химии и увлечен биологией и химией, это значит, что ему будут ставить пятерки по алгебре, литературе, даже если его там не было, за какие-нибудь маленькие ответы, небольшие работки, потому что он олимпиадное сокровище. Скажем честно, к сожалению, такие прецеденты, а это прецеденты неправильные с точки зрения и закона об образовании, и качества образования, но они существуют в стране, в мире, в городе, и иногда нас как раз спрашивают, а можно меня там освободить, я не пойду на эту физику, на эту алгебру, потому что я буду готовиться к олимпиаде. Сразу предупреждаю, программа такова, и уровень преподавания, и нагрузка такова, что возможности не ходить на другие условно непрофильные предметы ради того, чтобы готовиться к интеллектуальным соревнованиям, скорее всего, не будет. Мы являемся противниками того, чтобы ребенок уже в 9 классе, вместо того, чтобы получать даже в 10 и 11 системное образование, занимался исключительно спортивной биологией, спортивной химией. По большому счету, успешное выступление на олимпиадах, в каких-то конкурсах должно быть побочным результатом, на наш взгляд, побочным результатом высококачественного образования по предмету, а не результатом специальных тренировок под узконаправленный формат в ущерб другим предметам. Другое дело, что, ну да, действительно, и призеры, и победители всегда есть, поэтому не беспокойтесь, это не значит, что мы олимпиадников обижаем, мучаем, пытаем, но, во-первых, очень многие такие успешные ребята в первую очередь, конечно, делают себя сами, то есть мы можем предоставить им всеразличную информацию, поддержку, в рамках там факультативов и спецкурсов тренировать конкретные типы заданий, отвечать на дополнительные вопросы, но это не значит, что мы берем любых учащихся, которые просто изъявили таковое желание, и путем усиленного натаскивания из абсолютно любого ребенка с любой мотивацией делаем олимпиадника. И хотелось бы, чтобы все абитуриенты отдавали себе в этом отчет. Наши выпускники всегда блестяще сдавали государственную итоговую аттестацию по разным предметам, но вот в прошлом году это беспрецедентный выпуск, и в этом году будет такой же, когда они будут сдавать только русский и математику в связи с коронавирусными мерами. Практически все выпуски всегда успешно поступали в 10-е профильные классы по тем специализациям, по которым хотели. Это биология, химия, география, но также наши ребята поступали и на профиль информатика, информационные технологии в 10-й класс, и на профиль математика и физика. Это значит, что качество преподавания этих дисциплин в 9-м Е им хватило для того, чтобы успешно сдать вступительные испытания, потому что раньше для всех были вступительные испытания, а сейчас у них по этим дисциплинам нет никаких льгот, и в этом случае им все равно придется писать математику, информатику и так далее. База 9 Е хватает для того, чтобы быть конкурентоспособными для поступления в 10-е профильные классы. А если ребенок, который поступал в 9 класс, считая, что он всю жизнь будет химиком или биологом в процессе обучения, вдруг так полюбил математику, которая, например, в его там бывшей школе не преподавалась на таком уровне, что решил, что нет, пожалуй, вот несмотря на всю мою любовь к биологии, я, например, займусь биоинформатикой и займусь ею, получив математическое образование. Это срабатывало, и мы считаем, что это хорошо. Главное, чтобы ребенок как раз сознательно определялся с выбором. И если он решил отказаться от той дисциплины, которую он считал своей судьбой на входе в 9 класс, это значит, что на входе в 10 он просто имеет лучшие представления о том, чем бы ему хотелось заниматься. Поэтому это тоже всегда положительный результат, и мы очень радуемся за наших выпускников, которые меняют профиль. На моей памяти, как правило, это происходило не потому, что ребенок понял, что он условно не тянет химию. Практически к третьей четверти все тянут.
Хотя предупреждаю заранее, чтобы вы не пугались, если поступите. В первой четверти кто-нибудь что-нибудь обязательно не тянет. Это штатная ситуация, и она, как правило, к концу второй четверти исправляется. Но некоторое время адаптации некоторые наши успешно поступившие учащиеся с математикой или с химией справляются ценой некоторых усилий. Это всегда практически разрешается ко второй, третьей четверти. Так вот, соответственно, всегда мотивация по переходу в какую-нибудь другую дисциплину вот с 13-го года, сколько себя помню, была связана не с тем, что ребенок понял «не тяну». Ну, потому что довольно странная ситуация, чтобы ребенок не тянул химию 9 класса, но тянул математику. Математика, на самом деле, отнюдь не проще. А связано, как правило, ситуация именно с тем, что ребенок, поближе познакомившись с предметом, понял, что именно этот предмет ему нужен и дорог. Мы всегда гордились тем, что наши ученики – это обучающиеся с ПБГУ. Во всех правилах обучения и прочем нету термина «студент» или «ученик». Термин «обучающийся из ПБГУ» един для всех. Соответственно, ученики академической гимназии точно так же являются пользователями всей библиотеки СПбГУ. Всей библиотеки имени Горького, всей электронной библиотеки. Их единый читательский билет открывает им дверь на любые факультеты. Наши ученики всегда участвовали в спецкурсах и занятиях на кафедрах и факультетах. В этом году, в этой презентации нету слайдов про то, как они проходят практики на факультетах, потому что в связи с коронавирусом весь первый семестр мы не ездили ни на кафедры биофака, ни на кафедры химического факультета в связи с коронавирусными мерами. Но, во-первых, в этом семестре такие поездки уже начинаются. У нас будут лабораторные занятия по химии. Преподаватели биологического факультета приходят к нам в жизни и в онлайне с отснятыми. Студенты тоже были на коронавирусных карантинах с отснятыми для студентов микропрепаратами, которые раньше наши ребята изучали руками. По программе развития академической гимназии у нас закуплена довольно приличная оптика, хорошие микроскопы. Если раньше основным аргументом, чтобы поехать на кафедру, чтобы изучить там строение растительной клетки, было в том, что на кафедре прекрасные микроскопы Лейка для студентов, а в гимназии школьные микроскопы. В этом году ситуация не такая. У нас в гимназии теперь тоже прекрасные высококлассные микроскопы, ну, не профессиональные, но вполне студенческого уровня, на которых, в принципе, ряд практикумов отрабатывается уже в стенах, собственно, непосредственно гимназии. В тех же случаях, когда это препараты, которыми располагают только кафедры, а мы иногда изучаем коллекции препараты, которые есть только на кафедрах СПбГУ, в этих случаях онлайн в помощь эти препараты нам в этом году в связи с коронавирусом демонстрировали в специальных программах. Мы пользуемся сейчас платформой MS Teams, в которой можно, в общем-то, прекрасно продемонстрировать и видео с микроскопа, и какие-то конкретные отснятые фотографии и так далее и тому подобное. Относительно полевых практик у 9 Е полевая практика не предусмотрена. У 10 БИО полевая практика предусмотрена в конце 10 класса. 9 Е традиционно выпускается летом, да, когда у десяток практика, девятки должны сдавать государственную итоговую аттестацию и получать аттестаты. Поэтому выездных полевых практик с ночевками в девятке не предусмотрено, да и еще недостаточно сознательные взрослые люди зачастую, девятиклассники, а вот однодневные выезды в какие-то ближние парки, леса Санкт-Петербурга вполне предусмотрены. В этом году мы находимся в Петергофе, и вероятнее всего в следующем году мы тоже будем находиться в Петергофе, площадка будет в Петергофе, а в Петергофе далеко и ходить не надо для того, чтобы на такой однодневный экскурсионный выход в природу выйти с ребятами, вот как потеплеет, так, собственно, и начнем выходить. Последнее, что бы хотела сказать, для детей этого возраста действительно очень важно общение со сверстниками и общение именно с единомышленниками. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, нашей заслуги в этом и нет, может быть, это просто складывается само собой,
Но даже те классы, вот на данной фотографии, например, класс, который считал себя совершенно недружным, они все мрачно говорили, да, вот мы такие необъединенные. Почти все эти люди дружат до сих пор, называют себя 12-м Е, они уже выпустились из 11-го класса. И по большому счету с 13-го года 9-й Е-класс за один год, где-то за первую и вторую четверть, превращается в абсолютно потрясающе сплоченный коллектив. В этом году точно такая же ситуация. Ребята очень много друг другу помогают. Химики-биологам учить химию, математики с лучшей подготовкой, кому-то там еще преуспеть в математике. Играют там в музыкальных коллективах, проводят вместе очень много времени. Поэтому надо понимать, что помимо образования, это общение, это коллектив. Коллектив, как правило, очень доброжелательных, мотивированных, любознательных, интересных ребят из разных городов и регионов, которые друг друга всегда очень обогащают. Мне всегда очень приятно работать с этим классом, и не только мне, очень приятно слушать, но меня всегда разные педагоги хвалят 9 Е именно за ответственность, мотивацию, дружность, поддержку друг другу. Поэтому, когда вы принимаете решение отдавать ребенка или ребенок решает пойти в какую-то специализированную школу, надо понимать, что одним из мотивов является не только там выиграть какую-нибудь олимпиаду или учить биологию или химию там 5 часов в неделю или 10, но и общение с людьми, которые разделяют твои интересы, понимают тебя, с которыми у тебя много общего, которые тебя обогатят, которые помогут тебе развиваться. И в этом смысле то, что 9 класс не узкие химики, не узкие биологи, не узкие математики, тоже для них в каком-то смысле исключительно полезно, потому что они друг друга обогащают очень хорошо. По большому счету это все, что я могу сейчас рассказать о нашей программе. Спасибо за внимание. Ждем вас, приходите. Единственное, что относительно приема, вопросов там у нас никаких нету. Но если бы были вопросы относительно приема, уже известно, что прием в академическую гимназию в этом году будет осуществляться по портфолио. Требования, соответственно, к наполнению портфолио и разболовка на сайте приемной комиссии. Спасибо за внимание. До свидания, приходите.